В этом году старейший в Краснодарском крае Славянский сельскохозяйственный техникум стал местом проведения регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по компетенции спасательной работы. Участники соревнований серьезно готовились к ним, чтобы показать все, чему их научили за время учебы. Подробности в репортаже Андрея Вишневского. Олимпиадой для рабочих рук по праву называют чемпионаты, в которых принимают участие будущие профессионалы с большой буквы. И недаром девизом международного некоммерческого движения WorldSkills International, оператором которого является Союз «Молодые профессионалы», стали слова «Делай мир лучше силой своего мастерства». Вот такие ребята, которые пока только осваивают тонкости своей нелегкой профессии и стали участниками этого престижного состязания. Всех собравшихся на открытии 4-го регионального чемпионата «Молодые профессионалы» приветствовал председатель Совета Славянского района Григорий Литовка. Это очень мужественная, очень героическая специальность. И вы видите, в последнее время она востребована. Поэтому я хотел бы вас поблагодарить за это, пожелать вам успехов в учебе, в спортивной подготовке. Ну, уверен, что победит сильнейший. Директор Славянского сельхозтехникума Евгений Дмитриев уверен, что участники чемпионата, а это 5 славянских и 1 подмосковная команда, сумеют продемонстрировать свои лучшие качества, сплоченность и взаимовыручку. Нам предстоит в течение 3 дней выявить из команд, стоящих сегодня здесь, в этом зале, самую сильнейшую, которая поедет представлять Краснодарский край на всероссийских соревнованиях. К сожалению, погода нас не балует уже 2-й год, но, наверное, в том и миссия спасателей, чтобы пройти через огонь, через воду, выйти сюда победителями. На открытии были представлены эксперты регионального чемпионата, которые играют очень важную роль в его проведении. Зачитана клятва эксперта, в которой они обязались судить справедливо и профессионально. У нас опыт есть проведения прошлого регионального чемпионата. Это всегда интересно, это всегда в первую очередь проверяет знания, навыки студентов, что в свою очередь потом радует нас и уже волнение потом на переходе на задний план. Соответственно, когда видишь работу именно профессионалов. Участники чемпионата поклялись соревноваться честно и добросовестно. Они с увлечением осваивают свою профессию и рады участвовать в этом состязании. Участие в чемпионате для нас очень важное и ответственное событие. За 3 года обучения мы приобрели соответствующие навыки, которые мы можем показать на данных соревнованиях. Был огромный отбор, чтобы поступить сюда только. То есть много нормативов сдавали, аттестации, психологические тесты всякие. И мы сами готовимся, на тренировки ходим, также занимаемся и учимся. Специальным дипломом и медальоном за профессионализм были награждены члены команды Славянского сельскохозяйственного техникума, которые представляли Краснодарский край в финале 6-го национального чемпионата «Молодые профессионалы» в прошлом году и успешно там выступили. Мне очень приятно, что так высоко оценили наши знания и наградили медальонами. Также мне осталось доучиться вот этот последний год, после чего я планирую продолжить работать по своей специальности. Огромное спасибо хотелось бы сказать техникуму за то, что обучили первоначальным навыкам. И также спасибо команде, которая вела себя очень достойно, была сплоченная на всех этапах, хоть они были для нас очень тяжелыми. Программа регионального чемпионата большая и напряженная. Его участникам предстоит покорять скальный рельеф на скалодроме, наводить переправу, извлекать пострадавшего в виде специального манекена из-под завала и выносить его из лабиринта. Очень важна полоса препятствий, когда соревнующиеся в полном облачении преодолевают высокий барьер и тоннель, пробегают по мостику в черных клубах горячего дыма, участвуют в тушении огня, и все это им надо делать четко, слаженно, быстро. Зато какая радость, когда удалось все хорошо сделать. Настроение отличное, капитан команды, то есть всех нужно подбодрить. Тренировки проходили, ну, после занятий мы приходили, тренировались, нам все рассказывали, учителя, эксперты показывали, мы все, ну, запоминали, естественно,
очень волнуемся. Участники регионального чемпионата сумели продемонстрировать профессионализм и слаженность действий. Лучшая славянская команда будет представлять Краснодарский край на очередном национальном чемпионате. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».